Всем привет, это Пиф-Паф, продолжаем проходить игру. Держи на газ! Поговорить с Лузом. Поехали поговорим. Включен режим. Режим ожидания. Так, мне не сюда надо. Системы активируются. В источнике. Я на медобслуживании. Прошу подождать. Корпус частично восстановлен. Возвращайся скорее, Уокер. Полный сервис бесплатный. Тебя это подлатать? Я могу. Эй, ты. Короче, ты сюда не пройдешь. Проходи, проходи. Ты всегда проходишь. Стильные штучки везде рады. Шикарно знаменито. Гламур уже. Здорово. Тут я его прижал и заставил съесть их все до едины. Займись-ка лучше мутантами, Рейнджер. Будет хоть какая-то польза. Я уж занялся. Было скверно. Стало лучше. Да, мне рассказали. Ну что, одной проблемой меньше. Я у тебя в долгу. Привет. Все, буду рада снова проконсультировать. Ты точно не пожалеешь. За перспективы. Он принесет мне такую прибыль. Ты не из каньона мертвеца идешь? Нет? Нет. Очень советую туда заглянуть. Говори кратко. Ну что ж, Лузам, выкладывай. Из всех машин вынуты филтритовые сердечники. Клейтону нужна была энергия для его дурацкой башни. Надо найти источник энергии, иначе танк не сдвинется с места. Ну, а хорошая новость? Да. Наш жучок поработал на славу. Вот, послушай, это прямо с компьютера Клейтона. Клейтон, напрасно вы испытываете мое терпение.
Я оказал вам безоговорочную поддержку. А что же вы? Вы так и не выполнили условий нашего договора. Я начинаю подозревать, что Клэк Клейтон не такой сильный игрок, каким хочет казаться. Я дам вам последний шанс оправдаться передо мной. Будьте добры явиться. Отправляйтесь на завод Голиаф. Там получите дальнейшие распоряжения. Этот голос, этот самодовольный голос зомби, его ни с чем не спутаешь. А координаты? Скажи, что у нас есть координаты. Да. Местечко зовется Твин Фоллс. Сейчас там засел отряд хмырей. Подозреваю, хмыри заодно с правительством. Иначе где бы они добыли свое оружие? Если на этом заводе Голиаф действительно запрятана база правительства, там наверняка можно найти филтритовый сердечник. И даже не один. Тогда отправлюсь туда и посмотрю. Удачи, Уокер. Удачи тебе. Надо быть хищником, злым и вечно голодным. Здравствуйте. Без белка и жизнь мелка. Как дела? Смерть это жизнь. О, прелый запах хлама. Нет в мире лучше аромата. Если все довольны, сделка удалась. Уважаемые граждане! Бум-бам-бум! Все для стрельбы в наличии. Что предпочитаешь? Постоянный клиент. Переход в режим покоя. Снова ты? Почему с тебя не стекает кровь шахтеров-предателей? Иди на рудник! Так, съездим сюда. Я хотел посмотреть улучшение. Так, снаряжение. Так, транспорт. Проекты.
там ничего не хватает ни на чем. Тут что-то есть. Вот здесь. Ага, контейнер. Другой контракт сейчас выполнен. Активируется. Я даже сказал, что я раз разрушу. Возвращайся скорее, Уокер. Ага, мне вон туда вообще надо, наверх. Тогда у меня 109 здоровья. Впереди находится костюм рейнджера.
Ничейный остров можно пройти. Сейчас пройдем его. Системы активируются. Задание. Надо повыше было забраться. Системы активируются. Не туда заехал. Сейчас заедем. Чуть-чуть, что-то. Как обычно, барахлит. Интересно, я смогу заехать? Блин. Будет круто, если я заеду. Охренеть, да вон я заехал. Чё, вот это там. Туда он мне надо был. А я, блин, куда заехал? Сейчас будет прыжок. Желаю удачи. Вроде никого нет. Можно тачку отремонтировать. Ага, вот здесь можно залезть. О, вот сюда вот мост. Мост какой-то. Или вот сюда? О, да, метеорит. Системы активируются.
метеорит смотрит. Ого-го. Поехать, поехать. Там ящик. Включен режим ожидания. Системы активируются. Слушай, Эмили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не видно. Где стрёмно, туда не лезь, мистер Котов. Возвращайся скорее, Уокер.